ребят. Вот я приехал в городок, называется Ужице. Это Сербия, недалеко от границы с Боснией. Такой в горах находится, еле нашел парковку. Интересный такой. Вот смотрите, вот пришел в центр. Он, конечно, такой очень простенький. Ну, высокие домишки есть. Хотя тут горки одни, в общем-то. Вот. Вот стоят ребята, полиция. В общем, вот какой-то такой вот. Интересно, я сюда уже раз приезжал месяц назад. Хотел его посетить, но ехал поздно вечером. И что-то парковки не нашел так сразу. Вообще, в городочке, где очень много горок, в горных, очень сложно с парковкой. Вот. Поэтому и здесь тоже приходится искать. Вот как так, ребят, такой центр. Такая погодка сейчас. 22 ноября. Погодка где-то 9 градусов тепла. Вот сегодня утречком солнышко было. Сейчас уже солнышка нету. Ну как оно так заходит, выходит. Солнышко, вот видите, такая туманная обстановка. Такой городок, центральная площадь. Все это, в общем, такое в советском стиле. Как будто попал в такие 90-е, наверное. Вот так вот можно сказать. Тоже интересные. Все люди простые, очень язык понятный. Сразу мне все показали, рассказали. Посмотрите, ребят. Хотя уже конец ноября. А смотрите, летние кафешки работают. Видите, здесь посидеть можно. Сейчас пока никого нету. Вот, а так, в общем-то, еще, по сути дела, еще в лето приехал. Еще снега никакого нету. Можно еще так присесть где-то. И, в общем-то, отдохнуть на таких вот местечках. Все работает нормально. Вот, ребят, такая центральная улочка. Люди гуляют. Я, конечно, не знаю вообще, что люди делают в таких небольших городочках. Где-то там 100-200 тысяч. Скажем, ну, я не в плане там работы, а вообще, скажем так, тут пройтись больно некуда. Все рядышком, все близко. Какая-то такая определенная атмосфера. Каждый день одно и то же. Сложное, мне кажется, так вот, когда ничего не меняется. Вот, ребят, иду, гуляю дальше. Вот такой колорит городочка. Смотрите. Ужица. Сербия. Горные местные. Сейчас через горки ехал после границы. Конечно, у них здесь свежий воздух везде вообще, конечно. Потому что в горах везде классно. Вот, ребята, еще центральная улочка одна. Вот смотрите, видите, какие улицы здесь узкие. А здесь в горной местности такие вот домишки стоят, высокие и узкие, угловые такие интересные.